Яблочный Спас – это особый праздник для всех жителей совхоза имени Ленина. Ведь их территория славится фруктовым урожаем. А для храма, воздвигнутого в честь преображения Господня, это престольный праздник. За вот эти 6 лет действительно Яблочный Спас для нас, или преображение Господне, стало престольным праздником. Поэтому, в принципе, с утра служба, крестный ход, освящение плодов, небольшой концерт на территории храма. И потом небольшой праздник такой, на котором есть возможность повеселиться всем людям от мала до велика. В этот торжественный день на площади Центра культуры совхоза имени Ленина состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и артисты поселения. Ведущие познакомили зрителей с традициями светлого праздника и удивили всех интересными фактами, связанными с яблоком. Яблоки, съеденные перед сном, чистят зубы. Для детей организовали много веселых игр, спортивных эстафет и познавательных викторин, в которых могли принять участие даже взрослые. А призовой фонд состоял, конечно же, из яблок. Радость для детей, радость для людей здесь живущих. Здорово, что весь народ совхоза собирается и все вместе, в общем, как-то все объединяет. Пришли с детьми вместе погулять, повеселиться, объединиться. Вообще это праздник, дополнительный повод порадоваться. Екатерина Шарина переехала со своей семьей в совхоз имени Ленина всего неделю назад и призналась, что ей впервые удалось отметить престольный праздник местного храма так масштабно. Приятно удивлена всему то, что здесь происходит, и то, что я сегодня вижу. С утра было в храме празднование, освящение было, служба была. Ну, очень приятное впечатление, просто зашкаливают. В завершении праздничного концерта его участники пожелали жителям совхоза имени Ленина мира и благополучия их семьям. А после все вместе исполнили добрую песню о любви. Захочешь подарками, одарит любовь, но даже на ярмарке не купишь любовь. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.